Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Так, ну и что, настало время Лиги. Лиги исследователей. У меня не открыт, собственно, последний квартал. Я думаю, пришло время его открыть. О, давай. Опачки. Зал исследователей готов. Так, здесь 4. Украл посох и захватил музей. Он крадет все без разбора и оживляет экспонаты. Рафам. Так, что ты за чувак такой? Какой чудесный музей. А вот и мой друг. Скелетозавр Анорекс. Каждый игрок получает случайную карту, она стоит 0 маны. Так, ну пойдем нашим этим престом, а чё бы нет. Престом пойдем. Прист у нас нормально себя показывает. Андуин и скелетозавр Анорекс. Скелетозавр Анорекс. Свет дарует мне победу. Плохой старт. Меняем все. Замените все, пожалуйста. И тоже плохой старт. Ну ладно, что. Может сейчас что придет, доедет. Вообще. Проклят. Он призвал в наше хранилище эфириала, который крадет все подряд. Не все, только лучшее. О, ну, конечно, сторожевое дерево спасает за ноль маны. Это эпик, конечно. Это эпик. Мне повезло. Ну, вот это вот, конечно, лажа. А, ну хотя, в принципе, у меня аж дракон есть в руке. Так, ты мне еще и этот кристальчик дашь? Ой, он пошел размениваться. А, божественные щитки. Плохо. Ну, ничего страшного. Это правда печатка Артаса. Да еще и в превосходном состоянии. Рено, Бран, прячьте артефакты. Текс, Рено, Бран, прячьте артефакты. Ваш выбранный механизм, но у меня нет механизмов. 5 будешь бить? Будет, наверное. Ну, ничего страшного, мы на 4 его перенем. Защитные системы активированы. Нормально, здесь. Ну все, следующий ход мы его леталим, я думаю. Ля, а что там за секрет он повесил, интересно? Он оживляет армию! Элиза, останови его! Телзакса Снолоре! Посох слишком силен, но я его задержу. Так, этого мы снесли. Чувака, ну, в принципе, бот в обычном режиме. Понятно. Мы разберемся с экспонатами. А ты займись Рафаамом. Боевой клич. Получает провокацию, если у вас на поле боя есть зверь. Фигня. Например, у друида просто за 8 маны есть провокатор 8-8. Вот. А тут надо комбинить. Ну, как бы, был бы он хотя бы там 8-10 или там... Можно... Или там 9-8, как-то так. Или там 10-10. Ну, 10-10... Выберите эффект. Вы раскапываете карту существа или раскапываете карту заклинания. Короче, за одну ману случайный добор. Понятно. Вот. Ну, в принципе... Милые игрушки. Ну, полно. Хватит их ломать. Так.
Это кто такой вообще? Как тебя? А, стальной часовой. Ваш герой получает только одну единицу урона от любого источника. О, то есть его по единичке придется долбить. Ну, ладно. Ну, жрец стол контрит хорошо, так что, в принципе, ну, и захватывает его и контрит. Так что, в принципе, я думаю... Стальной часовой! Стальной часовой! И опять плохой старт нам выдают. Ну, это обычный режим. Тут, в принципе, мы, даже если проиграем, там, ничего страшного, потом победим. Блин, да что ж такое, а? Что-то со стартами не заходит вообще никак. О, хоть это так. Это же броня Лотара! Ради нее мне пришлось целый месяц просеивать драконий навоз в Черной горе! Защищает меня. Монетка и... О, нормально, сейчас добор сделаем. Ну, либо если... Нет, добор отменяется. Будем есть делать... Так, по единичке он пробивает. Ну, мы его будем долбить сразу. Ай-я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 й. Кого убьет? Зараза, он еще и хитрый. Ну, в смысле, он и шарит, что кого надо убивать. Я обезвредил ожившие мечи в восточном зале. Куда теперь? Иди к Рено в главное хранилище. Его окружили взрыв-боты. Взрыв-боты. Так, у нас же есть дракон, да? То есть мы можем поставить, в принципе, вот этого провокатора. Вот видите, по единичке его надо тюкать. Но, тем не менее, стол мы держим. Стол мы держим очень даже неплохо. То есть, как бы, ну... Поэтому... Пока никто не видит, я, пожалуй, прикарманю эту брошку. Так, нормалёк. Потренируемся? Гля, он мне дал провокацию? А, это он, чтобы ее можно было убить. Логично. Так. Ну, в таком раскладе надо апать тогда эту шнягу и хилить. А эту тогда держать смысла нет, мы разменяем. Блин, так у него еще и нарез брони это работает. Слушайте, ну... Круто, круто. Вот. Бран, он оживляет библиотечные книги. Я разберусь с летающими молотами с Лордеронской выставки. Есть. Не, ну, доска в любом случае наша. Блин, сейчас законтрипупит этого. Ну, драконьего посланника, да. А, ну он больше ничего не сыграл, хорошо. Смерть меня не страшит. Блин, он сейчас опять его законтроп... Ай, ладно, пофиг. Зонард Скол! А, не, он, вот он как законтропит. Да ёкти-бокти, еще и такие... Как у него там этого... Кстати, можно кастануть, в принципе, нормально. У нас же там бонус к урону хороший. Так, ну нормально, уже половину стюкали. Так что... Ну это ерунда. Блин, ну главное, он еще так идеально упал по двум самым дохлым. Хотя не, наоборот.
Если бы он сюда упал, было бы хуже. Но он и так забирает, в принципе. Ну, чувак, хорош хилиться. Мы не договаривались, что ты хилиться будешь. А ты хилишься. Я нечестно. Служу. Блин, ну, конечно, пипец. Да еще и... Не, у него вроде бы, кстати, колода на контроле замешана. А что-то как-то он контролит-то на самом деле слабо. О, доктор Бум, но он нам не нужен. Сколько там у меня? 8 карт? Так, ладно, мы его потихонечку дотюкаем. Ну, я не знаю, наверное, я все-таки четверку разменяю. Раз, два, три, четыре, пять. Бум у нас не сыграет, да? Давайте. Сюда. Нормально. Это ведь состязание рыбаков. И что он делает? Эй, 7 единиц захилил. Блин, попробуй убей, как говорится. Блин, да задолбал он хиляться. А, еще и мастер бронник, за что? Свет защищает меня. Блин, на мастера бронника забирать сразу. Текс, ну. Это ведь состязание рыбаков. Блин, сейчас опять выиграет, да? Ну да. На семерку захилит. Да что ж такое-то, а? Хренушки убьешь это. Ой, у меня карты кончились, лол. Ну, в принципе, мы тут. Так, ну... Потренируемся? Я не победим! Ля, а чё мою эту карту-то не достал? А, там, видимо, существо, да? Так, ну нормально. Ой-о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 й, катастрофочка! Вот это эффективно. Ладно, возьму его, хватит, я господи. И он его добрал. Ну все, тут он, конечно, спасает. Да, вот в героике этот босс будет, наверное, очень сложный. Я не знаю, как его апнули в героике, но, блин, он, в принципе, довольно сложен. Ну, хотя, опять же, это я играю за это. За жреца. Пусть, если против меня, что-нибудь другое собрать. Безопасности. Ступай, разберись с Рафаамом. Удваивает урон, наносимый вашему герою.
Ля, за одну ману 2-3 неплохо. Ну, на начальной стадии. Боевой клич. Вы раскапываете карту со способностью предсмертный хрен. Блин, вот это вот с раскопками, система раскопок. Я думаю, кто-нибудь, кто шарит, на ней играет очень даже хорошо. Так, великий вор Рафаам. Вы кладете в руку случайное существо, но стоит на 3 маны. А, у него нестабильный портал вшитый, да? Так, ну так окей. Это твоя колода? Ну-ну. Поехали. Текс, поехали. Андуин и Рафаам. Рафаам. Мне нравится твоя колода. Давай-ка я ее заберу. Чё? Исследователь, держи. У нас есть свободная колода. Какие чудесные карты. Свет дарует мне победу. Ой. Так мы можем ему собрать вообще трешаковую колоду. Ха-ха-ха! Жесть! А там хорошая, там драгожрец. Ой-ё! Ну ладно, будем надеяться, что ему не очень хорошо зайдет. О, да! Отличные картишки! Добро пожаловать на выставку! Так, ну ледяная пасть, я даже не знаю, стоит. Ну ладно, возьмем на лейт, потому что я так смотрю, у нас... А мистик Кизана на самом деле тут у нас не играет, потому что там, если там моя колода, то там нет секретов. Вот, в чем беда. Извини, колода и впрямь странная. Мы собрали ее на турнир в прошлом году и с тех пор ничего в ней не меняли. Так, третий дроп. О, кобра мне нужна. Кобра мне нужна. Так. Я свободна от проклятия. Эй, не, ну тут мы, наверное... Ребят, тут мы, наверное, проиграем. Надо выдать ему какую-то стрёмную колоду и все, ну... Я же этого не знал. Не, в принципе, за счет, кстати, кобры мы можем держать драконов. О, нормалек. Ага, но уже не можем. А у него два предсмертия. Ой-ой-ой-ой-ой. Но у меня сейчас две шляпы вернулось. Это, кстати, очень хорошо. Блин, кислотный слизнюк, жесть. А что это? А, антизверь, да, штука? Понятно. Так, ну хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот мы смерть мою сыграл. Вот зараза. Так, ну неистовство ветра. Блин, драконный посланник еще из синергии. Так. Мне нужно заклинание. Три или меньше? О, так они неистовство ветра ж будет работать, правильно? Я вижу твою. Давайте слизня хоть поставим. Хотя она была на самом деле мистика Кизану ставить. Фак, пасть пошла драконья. Вот был бы мистик Кизана, мы бы могли убить. Светит. Слушайте, а он зверем... А, нет, он драконом считается. Я готов выступать! Давайте светит еще мистик Кизана. Так, ну нормально.
Я несу жизнь. Ай, Алекса, ну куда? Куда так? Господи. Не может атаковать, если на поле боя есть другие существа. Добавим света. Блин, ну он сейчас зачистит. Ну да, он зачистит. Мне не хватает маны. А, так есть другие существа. Это что же считается, блин? Твою нали... Ой-ё. То есть он сейчас не сможет атаковать. Это не только на моей стороне. Он, по идее, вообще не сможет, да? Или сможет? Я не могу это сделать. Да, он не может. Он только по герою. Редкое копье. Ну ладно, тут... Ну, у него колода и хорошая. Что это? Моя драка-колода, драка-жреца, как бы усиленная еще и этим порталом, а у меня какой-то лютый трэш. Сейчас я ему сделаю колоду. Так, моя коллекция. Сейчас мы ему создадим. Новая колода. Давайте вот чернокнижника возьмем. И жертвенный договор, а демонов ему не дадим. Вон там пару порч. Там Ликит Лена. Тоже нормальная тема. А, подождите, этот он считается демоном. Блин, ладно, я лучше уберу жертвенный. Хотя нет, почему? Да ладно, пофиг, пусть будет жертвенный. Убивать своих же собственных демонов, почему нет? Шесть других существ ты вряд ли получишь под свой контроль. Так, этого я ему не дам. Дайте он тут пару вкусных зомби, пару этих. Вот курочки, говорят, хорошие. Рывок, вот таких вот. Вот таких вот, все за единичку. О, так, кого тут? Во, все, готово. Так, ну ладненько, эту колоду мы ему дадим в следующем выпуске, а этот выпуск я на этом закончу. Большущая всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.